Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Дело в том, что в ближайшее время я буду посещать школу визажистов. И если вы смотрели мои видео, то, наверное, знаете, что у меня этого образования нет, и я всегда очень хотела его получить. Я всегда сомневалась, стоит ли мне идти в школу или нет, потому что на YouTube просто безграничное количество информации, и это, я считаю, такой действительно кладезь очень полезной информации. Притом учиться можно не только у таких людей, как я, скажем так, которые что-то пробуют и на своем опыте рассказывают определенные вещи, но также можно учиться и у очень известных визажистов мировых, таких, например, как Лиза Элдридж. Просто безграничное количество полезной информации можно найти и не только на YouTube, а вообще в интернете. Но по прошествии определенного времени я поняла, что как таковой информационной базы у меня очень много, то есть я довольно много вещей понимаю, довольно много вещей я знаю, но в то же время, как мне кажется, мне не хватает практики. И главное, чего я жду от этой школы, это действительно практика в первую очередь, а также, конечно же, еще дополнительная информация, которую я могу не знать. И почему, собственно, я об этом рассказываю? Дело в том, что у меня есть такая одна неплохая задумка. Я хочу, чтобы каждая из вас прошла через это вместе со мной. Потому что я планирую абсолютно каждый урок, на который я посещу в школе, интерпретировать в своих видео и рассказывать абсолютно все, о чем мне будут рассказывать в школе и что, через что я буду проходить в этой школе, я буду делиться с вами. Я ни разу не видела на YouTube, чтобы кто-то делал именно такую а-ля YouTube-школу визажиста, и я надеюсь, что у меня получится, что вам будет это интересно. У меня огромные планы с лекциями, домашними заданиями и тому подобное. В школу я начну ходить чуть больше, чем через месяц, 19 марта, и будут они длиться 2 месяца. И все эти 2 месяца я буду с вами делиться абсолютно всем, чему меня там будут учить. И если у вас будут какие-то вопросы, я, конечно же, на них буду отвечать. И, естественно, я думаю, это было бы вам интересно, потому что я буду не только учиться делать разный вид макияжа, но также там будут такие лекции, как по составу косметики, по пропорциям лица, колористике. То есть очень-очень интересно, я с нетерпением просто жду этого времени, когда я начну ходить в эту школу. Школа это очень высокого уровня, и я очень рада, что у меня будет возможность поделиться с вами бесплатно тем, за что многие люди платят очень большие деньги. И я надеюсь, вам это будет интересно, сообщите мне обязательно ваши мысли по этому поводу, и если вам это интересно, то подписывайтесь обязательно на мой канал, потому что уже в ближайшем будущем я начну делать видео из школы визажистов. Вот такое вот было у меня сообщение. И, в принципе, на этом все. Скоро с вами увидимся в других видео. Пока!